Это знания были, они утерялись, а мы это, как сказать, остались они в виде табу. Это нельзя делать, то нельзя делать. А почему это делать нельзя, это все утерялось. И вот это с точки зрения, все это можно рассмотреть с точки зрения энергии. Это все закрытие энергии. Вот когда вот так вот, это передний серединный меридиан закрывается, вот энергия течет. Когда вы вот так вот подпираете, тоже все немеет, кровь не так циркулирует, начинает неметь, поэтому вот все связано с энергией. Потом Азардем Нулим Дубишегерат, вот это все это рассеивание, разбрасывание энергии Вольджина. Все это, когда плюют на, этот, на землю, что это тоже энергия. И вот эти духи, которые Бирдигарад есть, Бируты, которые голодные духи с такими большими животами, с тонкими зюнкирта холта, они вечно голодные духи. Вот те люди, которые совершали разные грехи, и потом они
превращаются в этих духов голодных. И они питаются вот этим всеми запахами, всеми. То подношение, когда делают вот это духом, когда их призывают, там тоже это самое, то они запахом питаются и вот этими тоже нечистотами тоже питаются. Есть такие духи, которые вот нечистотами питаются, вот эти слюной. Вот, поэтому тоже нельзя вот это осквернять землю, плевать вот такие, да. Да, да. Бережное отношение. Да. К природе, к этому, природе, да. Ко Вселенной относились очень бережно наши предки. Благие приметы, там где-то что-то там, заяц перебежал, дорогу перебежал, там вот это. Это хорошая примета. Болхы күйінді бортуула кәрекенді қайын. Декат, сян күйін санавар, говорят. Вот. То, что задумал, то если человек очищается, у него мысль очищается, он, нет у него таких плохих мыслей, у него мысль очищается, сознание чистое, и вот у него только по... То, что он за мысль, то исполняется. И вот еще ход чанад яхла, вот, ход тахарадирдик, сян күйін ход тахарадирдик, говорят же? Хороший человек попадает всегда в готовую пищу. Цай, болға қарқыла, чана қарқыла, әнтінерет яғдык, цайла қарадык. Декад, вот, халмы күйіні қотас пөгідің беші говорят. Цай амсат қардык. Нельзя отказываться от пищи у нас. И вот, например, халмы күйіге, фотуге расурдың беші. Вот. Унчиге. Уга, сурдун пише, да, и пей, не упрашивает никогда. У нас налили, сурат цяут никогда дуддык. Цяут, сурат цяут никогда. Человек хоть знакомый, незнакомый, раньше в кибитку заходит, да и сейчас вот. Орсен кюнде цякерат, амсулат гарадык. И вообще раньше как было так, что ирсен киште, шин цянеря дюгдык. Шинцянеря делают. Свежий чай варили всегда. Сейчас вот мы, вот, как европейское уже сознание у нас, да, говорят, почему не предупредили, почему не позвонили, неудобство какое-то испытывают. Этого неудобства у нас не было никогда. У нас, например, идет, зашел, мендля гардык. Вот. И вот всегда благопожелание было. Иркаснул там. Хюгульго, иркасын эмэйтэ хазарта мёрдэнэ хюгульго и бэйтэн гэгат. Чтобы от вашего порога этот, не отходили лошади, оседлые лошади, чтобы гости всегда приходили к вам. Чтобы из вашего иркасэ утангартха гэгат, из дымника всегда шёл дым. Это значит, чтобы всегда пища у вас была, вот это благопожелание. И... Хотут, да? Не упрашивают, вот, поешьте, еще немножко поешьте, еще, и говорят, я думаю, что кюнде, сурат бя, эрят бя, думаешь. Сел, поел, и тхар бя, кюнде, едят, и си тхар бя, сим кюнде, и длюго. Поэтому надо понимать свои традиции, и поэтому... Күнде рехлет, күнде сұр, тек же қоты ерет, өксінгөгеға басы зәрім олысы яқы. Ен мана заң тейм бой жана, есін тейм. Күй ерхін біш. Күне сұрқасы, юн. Сұра дөкхасы, цока дөк кеже келдік. Чем вот так вот просить, спрашивая, давать, да? Лучше побить и потом дать. Так говорится. Сурат Укхас. Вопрос такой возник у нас. Хэг дымбиш. Цягас хэг дымбиш. Да, да. Хэг дымбиш. Да. Ну, это связано с чем? Вот, любой человек, любой калмык, вот, это законы гостеприимства. Как ты встречаешь гостей, так и другие тоже халмгут точно так же тебя встретят. И, например, у нас как вот, не күнді кесін, юған хәрі яғдың беше. Сән кесен, хәрі яғдың беше. Күләдің беше. Потому что, вот, би, ен күнді кесін, сәке яғдың, тер күнді саран кеғад, енді сән егәді, ергәді елваз оқымы жынды. Немгді әдігәді. Есін үрті күкіт күн,
ю. Ширен дейд суудык, дейд бейд суудык. Герен дейд бейд суудык. Исін өрті өкіткін. Еч. Исін көрі. Почиталыс саны. Күйіктігіге Алхандерен яғдык, бердік. Күйіктігіге Пухадораның береді өсіктік. Девочку растят на ладони, потому что со временем она кюн-кюн-гигат уйдет. Она. И она будет потом вспоминать отцовскую ласку, отцовскую заботу. А мальчика строго себя воспитывает, держа под локтем. Под локтем, да, строгости. Тохадора бердек. Тохадора под локтем, это как бы прямой. Да, да, да. Смысл такой, что строгость. Строгость себя надо держать. И постоянно всегда воспитывает так, чтобы дети были самостоятельны. Дети, чтобы брали, мальчики брали на себя вот это. Все семейную заботу на себя брали. А женщина должна мужчину всегда. И мне это обчекает, и я его так можно. За лукуюне, он бы сюрявю как так можно. Кюкуткуй. Ой. Потом вот еще, говорят, это не умеренный шверлик. Даже она могла не поощрять этого мужчину, она могла просто за лукуна юн. Ну, она является хранителем своего духа, да, души и мужской души. Левая сторона это мужская, и, а правая это женская. И вот она могла просто, чтобы мужчину, своего мужа, там это, ну, дать понять, что она одобряет его действия, она может вот это, Юган, Зюльбе, Талк Шюльган, Игат Ильхмол. Она погладила, значит, она... Давала понять, что он прав. Да. Не то, что согласна, она восхищается тем, что он делает. Своеобразный этикет получается. Да, 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 этикет. Даже лишь ничего не говорили, я просто... Цюльбе, Песня Юлига, Исмедет Песня Кинцеге, Тэш Хэрмбол. Отпустит все то, что мы совершили, зная сделали и не зная совершили. Пусть нам отпустит это. Медет Кейсен Кинцеге, Исмедет Кейсен Кинцеге, Тэш Хэрмбол. Все вот эти грехи совершенно по знанию или незнанию, пусть отпустит нам. Ен халон хотен уре, сега хас не укнерт курдже, или там бурхун болс не укнерт курдже, тетну уже саджет сара халяче, ардан тачалуга, или там тачах ишакуга, ардан ютсни юрдутте, ашнер зене так ишкенилдеже, таун завсла зенеже, там он амасе, амас кетилдже, сеяни он турдже обха. Это пусть нектар вот этой горячей пищи, и там пары этой горячей пищи, чтобы достигли усопших предков, они чтобы поели, попили, наелись и посмотрели в другую сторону, и чтобы не было привязанности, чтобы не было с этим миром, чтобы не было вот это, тачалгасмы привязанности. И всем детям, внукам, внукам, чтобы оставили свое счастье. А еще когда, только-только когда это уходит, тогда говорят «Буяным небельч». «Буяным небельч, кишканардан небельч, сяньон тырджотха». Ну вот когда там кто-то умирает только-только. «Камунзавсыр» — это пять промежуточных состояний. «Камынамасагисн» — это врата, чтобы избежали врата ада. И пусть переродятся в чистых землях. «Уры». Фарк-фарк. Испарение от пищи. Вот и все духи, они питаются юга. Парами. Нектаром питается вот это. От пищи, вот, которая идет. И когда вот это вы преподносите, когда говорите, кому это подносите, тогда они на это яд. Имя надо произносить. Не, ну можете имя произносить, можете юхнертен, ауэйзнертен. Бурхмбосню. Он дед бухте, бурхмбосню гнертен, а уезжали кецхтен, если отца мамы нет тоже.
Я так или иначе подношу вот это, подношение делаю, горячую пищу. Ю яхла, зул, ирксун сахте, вы зажигаете, она должна прогореть. Вот это зул, шатарсахен, ю ормасы кендахмиш, нельзя это, кендахмиш, нельзя трогать с места. И она должна прогореть, сама потухнуть. Если кто-то задувает зулы, говорят, в следующей жизни с косым ртом родиться. Хочен юта, амта тирхпиан. Ну все, вот это там в этом есть. Кармический это, закон кармы. Кто что прирождается. Если в этой жизни там ступы будут строить, он с красивым этим будет, богатым будет. Ну вот такое там есть. Закон кармы. Закон причины следствия. Вот его говорит, нюр, нюр, эне, нюр, авахех кепти. Я как гехлятер, хот орхла, хот муй нюр карнагене. Декат, хорбол нагене. Хорбол? Ага. Он как лимфоузел же, да? Да, да, да. Он в бедре находится. Он там сплетение трех этих мышц. Вот между ними находится такое сало, жир, жир. Он в жиру прям серое такое. Но если овца больная, она так, ему горят, а если это, то... Вот овца, вот скот полнеет, и человек тоже, затка начинает обливаться жиром, до перед доходит. И точно так же вот этот лимфоузел идет, сзади начинается, и все вот это. И все скапливается сзади. И там ты мне говорил, я же об этом писал. Имля. Уин Бульчурхаге. Улю учебен бичайде. Там есть. Хагам Бульчурхаге хан сутланит. Можно есть. То, что лопаточный есть, там вот один лимфоузел. Его можно кушать. Не страшно. А на бедре, который находится, вот этот лимфоузел, его нельзя кушать, говорят. Вот это пословица об этом говорит. И вот этот дедушка мне тоже это объяснил, и с тех пор я всегда его вырезаю, выкидываю. Мы, наверное, неправильно тогда делали, что ли? Тускула. Не, ну, конечно, ну вот Кюнде, здесь был, как его, Басарсат, этот астролог, этот бурятский астролог был. Вот он, келля, значит, надо, я слуха кеха, да? Ага. Я свырбяна, я свыр кех керкта, и ты говоришь, Галтайх керкте гиле. Несе? Галтайх керкте. Удрын булусын, урын ерте, савын тер. Ну, конечно, многое узнала. Многое узнала тер Галтайх на тускар. Инде нега медеты беле тюнеси ирет без селяне сирет тер медеты яган. Тер бишсин юман күйінде гуляв, да? Ода тер цасым алды бжықшы. Гейдірджі дуа. Ода терцакты, ода кеду жилы, хыргар жилы болжу дуа. Дейкті, ода имигат, бишчавды гюмін бәсін беші, бәу чыгын хәдік чын цагуға біле. Дегет медицинарын сура, дегет ғалты әләгін. Дегет ода әсім чын күріне, дегет ода тер толға кесін, ғойрар кесін емін басы соңсы бұдыла. Дегет сұр жаналдан атмеш. Кенес сурлады бирет, кенес бирет. Бирет привыкает, говорит. Тер юна, махна юнде привыкает. Тега мели күле негене, тега мели күнде яна гене, еврей юган. Сарал башке мой, гадан кубен сал. И вот это, говорит, дух привыкает к этому и постоянно требует вот этого. И невозможно каждый раз это делать, говорит. А там вы сами делаете такую процедуру? Ну вот раньше делали мы. Вы сами умеете? Нет. Это люди, которые юн. И этому невозможно учиться. Я вот сколько видел, я никогда это сам даже. Хоть даже захочешь, достать следующий книг. Очень тяжело. Но где-то же оно прописано, откуда они берут эти знания. Вот у меня тибетские молитвы, да, вот это. Мини, вот халят. Но это уже тибетские молитвы. Мини некоторые угон, ха, я говорю, алтай говорю, да. Тина кюн, терцакте
Долаласа мені хамдан соғылдасын, мені түрл көйім бас. Хамдан яқсын, терцақты долан зұрған наста бәйесі көйім, ескене өңгір жөділі. Тейін әхін, ұжы дөш күре, дөш әс дава дейін яқсын цақты, тер көйім дейір бәл. Қалты әдік болды. Дөшін есін өдірді зұл өрге бәдік, де? Декәт, тер долан хоң болықла, үксің әмді қартасылдық, бұй кедік. Құрылды елді бұй кейік керіпті. Нома ұшылық. Бұй кесін кежесін бұл жақын? Ну, үксін әмді қартасылық кесін, әті қаручы. Связь прерывать между живым и мертвым. Вот это. Для этого читается молитва. Да, да. Вот чтоб качал не было, чтобы. Еще какие-то преподношения делать. Дюрвин Турбу такой. Это что, дарилось Луну, да, или что? Берце Берхе, это Луну. Брали, ну, хрень. Кто это службу делал тому, да? Отдавали. Да. Это что, ну, знак благодарности старин, или что? Старин, для чего отдавалось? Ну, подношение. Подношение. Нет, это, скорее всего, было для того, чтобы ну, человек, который читает, он же через себя пропускает все, если никаких не получает. А вот это подношение, оно в виде... компенсации. Как я понимаю, наверное, это... Ну, да, сделанную работу, потому что, ну да, экснем тхорн да ржим кеджене. Человек между живыми, между живым, нет, между живым человеком и ушедшим, усопшим человеком, да? Ну, чтобы вот в долгу не быть, да? Вот он дает какую-то там это. И потом он же все-таки отправляет его в правильный, на хорошую дорогу, на нужную дорогу, правильно? Чикахал урумна, говорят же. Воду мало. Ну, это в старину было, сейчас да. Такого нет. Но я вот помню, мама когда говорила, вот залог, ну, из меня мюнгрхле, мюнгр же потом стали берхе. Мюнгр, да? Берцы берхе. Вот она говорила, мюрне, стоимость. Я мюрне. Вот она, стоимость лошади. Давала ламе, который читал молитву и вот этот обряд произвели. Хазарный изм бяд. А, в смысле, вот этот бядце это и есть, да? Не, это уже другое. А, вот когда ошаха юхарин хазарта ю нюхмалтна, вот тин именно выкуп земли делают. А кому давать эти юмсон за куда? Не, ну вот когда сами копают, вот мы, у нас там есть. Да. Цагамюнгега, Юсега, да. А куда это Цагамюнгега? Ну, туда. Теперь Хазарта. Да, Хазарта Тадюн. Когда копает. Ну, уже Хазар, когда кинцы же тоже. Нельзя. Поэтому... Цагамюнгега. Да. Это прям вот выкопали из осознания? Нет, прежде чем копать, уже юлиган, это Азербайджан Чене, вот это. Так что мы не гранаты юлиган. Ну да, залог не требует. Вот когда здесь вот юн привозили знамя, которое освящено знамя Чингисхана, которое привозили, сюльде. Сюльде. И вот когда там юн, Терьюань, шерсть вытаскали, и вот эта яма образовалась, туда молоко наливали и закапывали. Вот тоже когда... Да. Это дух, что потревожили вот это все, Цаганьюар. Потом вот юн Чихтхэнгасангерад есть. Чихтхэнгасан. Вот Ишкагервен. Ишкагерге юн сайкын бичай яхагагат қасы забивали и привязывали. И вот когда нюға қарсы сақты, тер чиқтың қасығы қарқылы, тен нюкін өлдік. Тер нюкіге барон көлін талғар егет яғат, дарат. Бичай мұй ұн яхаға құртқа яғат, бучай бичай күн мұй яхаға яғат. Дерлад яғды бәйші. Барон көлін талғар дарад яды, бұл чықты бәйші. Когда говорят, «Ганзғылуан болтхага» говорят, да? Знаете, что такое? Это эмельде есть там вот такие ремешки кожаные, сурар кесны юн, тим, бичвены, сурбены.
И вот к нему завязывалась добыча. И вот «Казхтну ламбол тхагисн залуквинды яхла» — это значит, чтобы он всегда с добычей возвращался. Понятно, да? Вот и сыромятные ремни были, да, у лошади вот есть, да? Вот «зёв талынь» — это левая сторона. «Барун таласы судун беше» — это «барун тал» — это «буру юн тал». Вот это «зёвэ», левая сторона «зёвэ». И с левой стороны у него были вот эти, свисали ремешки. Сыромятный. И к ним... Залуквина Ханцгулан. И вот к ним привязывались ремешки. Вот это, добыча привязывалась. Вот этими сыромятными ремешками. Там зайца добыл, волка там привязывали этот, к этому. Утк, да, Ханцг. Тере юн ягдык. Соль, да? Не-не, она... Желудок стягивается. Она, это самое. И потом по 10-8 верст скакали лошадь. Гоняли лошадей. Перед скачками, вот в этом, у Санджи Балакова описано это. Когда таким образом готовят лошадь, говорит, тогда ни капли жира не остается под этим, под шкурой. И только остается, немножко жира остается вокруг внутренних органов. И такая лошадь становится выносливой. Вот Хальмук Завусов тоже возьмите. И нерхен этсин такой, да? А кыллахларын өдірі так өдірдік, зоқсылғы. Вот. Ода чеген теме ұлзы бәне. Ода чеген бәне. Бәне бәне? Бәне бәне. Сейчас физически не работаю. Хар сәған ұға еуады оны деген. Тару сейдет. Тару сейдет сәған ұға өдірінді осын күліне. Зоқсылғы, амрылғы. Манахыс. Манахыс. Тінде өзбек көбіт бәне иріне, да? Көділіне. Оның көбіт бас көділіне, тетінде күчөділіне. Манахыс болса өдірінді болсын. Тетін өзбек ұлының болсы, қойыр машын ашысын, манахыс тауын машын ашыға қарық шықы бар. Икі машын. Камаз. Да, шы жүрті мүлі? Вот монах стига еврея сам мухельна тегат. Монах миниар муха, хальмук улсасе тим, кэдлюши улсуга тим. Кэдлюхар кэдлюдек. Выносливый. Ага. По настроению. Кэдлюхару кэдлюдек. Кэдлюхар. Удалок вам, бахчук, пивлюшек, пивлюшек. Го, бичак, ледан. Кілі жақшықо, тергену ға, тим кілді кей оға тим. Не, ойлан қолым қалардың тұр кетінір ағы бәп тұр кетінің. Тен басы шут, нанас, мана тұр ағаны басы шут бәрек келеді. Оға! Отчар шут, тәдір досын, сөр досын шут, мен жақшы долап, қондық досын көділіне. Менден бенді, тәрді яқшы көділдің менден бен. Амырғын тасын. Манақсын басы тәрді яқшы көділдің менден бен. Ani kuen huyin
знаю. Thank you.